Андрей Колесников, продолжу рассказ о книге «Бесполезная классика». Почему художественная литература лучше учебников по управлению? Автор Леонид Клейн. Это новое прочтение русской классики. Толстой, Гоголь и Шукшин вместо учебников по менеджменту. Книга основана на многолетнем опыте работы автора в корпоративных университетах российских и зарубежных компаний. Леонид понял, что может быть интересен взрослым, думающим, состоявшимся людям, поскольку у них есть огромный запрос на гуманитарные знания. Весь его 15-летний опыт лектора и радиоведущего, за плечами которого более 2000 эфиров, говорили о том, что эти знания нужны им совсем не для того, чтобы щегольнуть при случае красивой цитатой или неожиданной трактовкой произведения. Они ищут ответы на вопросы, которыми задает жизнь, работа, опыт. И вдруг оказывается, что все эти ответы можно найти в культуре, в художественных произведениях. Выясняется, что литература, кино, театр помогают не только расти личностно и интеллектуально, но и способны стать ресурсом профессионального развития. Становится понятно, что культура – универсальный инструмент, позволяющий решать практически любые, даже самые приземленные и практические задачи. Нужно ли соответствующий настрой и определенные навыки. Уже 8 лет Леонид на постоянной основе читает лекции сотрудникам крупных компаний, как Сбер, ВТБ, ВЭП, Норникель, Росатом, РЖД, Хьюлит Паккард, SAP. В течение последних 3 лет он в качестве приглашенного профессора сотрудничает со школой управления Сколково. Также куратор гуманитарного трека в Высшей школе госуправления. И читает лекции будущим лидерам, которые входят в кадровый резерв при президенте России. Что полезного и нужного для бизнеса можно подчеркнуть в художественных произведениях? Как предпринимателю или управленцу смогут помочь, например, история Павла Чичикова или метание Пьера Безухова? Что ему даст, кроме приятного времяпровождения, просмотр фильмов Эльдара Рязанова или прочтения рассказов Василия Шукшина? Литературные примеры могут быть полезны и важны для управленцев, предпринимателей, людей, принимающих ответственные решения. Поэтому Леонид и решился трансформировать свои лекции и написать книгу. И назвал ее «Бесполезная классика». Итак, рассмотрим стратегии и тактики. Герои произведения, как правило, решают задачи – глобальные, локальные, личные. Иногда они делают это успешно, иногда нет. Переживая вместе с ними перипетии сюжета, мы можем увидеть и понять их стратегию или тактику, которые ведут либо к победе, либо к поражению. Возможно, этот опыт поможет принять верное управленческое решение или сделать очередной шаг на пути личностного развития. Итак, рассмотрим «Войну и мир» Дао Льва Толстого. Роман можно рассматривать как отличный управленческий кейс, одно только чтение которого прививает мощнейший навык стратегического мышления. Уже само по себе произведение, то, как оно выстроено, великолепный пример стратегического мышления, способного увидеть картину мира в целом и при этом не упускать мелкие детали, из которых, в общем-то, и выстраивается глобальный процесс. Перед нами невероятно мощная и удавшаяся попытка глобального описания действительности. Это огромное здание, которое Толстому удалось выстроить таким образом, что читатель, тем не менее, чувствует себя в нем соразмерно. Если мы хотим создать конструкцию, которая будет служить долго, нельзя забывать ни одну из точек зрения. Давайте рассмотрим сам роман как образец анализа чего-либо. Изначально Лев Толстой намеревался создать книгу под названием «Декабрист». Но основополагающие события стали военные действия Третьей коалиции и Отечественная война 1812 года. В итоге все вылилось в 4-томный роман, где 550 персонажей. Толстой наглядно демонстрирует серьезный анализ
крупных событий требуют глубокого погружения, в том числе и во временных категориях. Не существует никакого отдельного современного сегодняшнего момента. События, описанные в «Войне и мире», лишь малый отрезок непрерывного движения, о котором пишет в романе автор. Для человеческого ума понятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем, из этого произвольного деления, непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений. Один из уроков «Войны и мира» в том, что при анализе чего-либо риск заблуждения тем выше, чем ближе мы находимся к предмету изучения. Анализ такого рода дает возможность увидеть действительность под новым, возможно, неожиданным для нас углом. Осознать, что она не локальна, не ограничена только интересами отдела, департамента, компании или даже отрасли. Рамки гораздо шире, настолько, что и представить сложно. Потому что весь этот мир, который гораздо больше и сложнее. В «Войне и мире» таких вещей, как вкус вина, шорох платья, случайный разговор, чьи-либо эмоции, значат ничуть не меньше, чем война, передвижение войск, размышления о ходе истории. Человек, его чувства и эмоции органично вписаны во вселенский механизм исторического процесса. Течению жизни подобно китайским даосам и предлагает следовать Лев Толстой. В романе «Война и мир» много описаний того, как принимаются управленческие решения. Эти решения определяют не больше, не меньше будущее мира. Наполеон жил с уверенностью в том, что он управляет миром, и буквально все от рациона его солдат, да, раздали ли сухари и рис гвардейцам, до движения судеб нации зависит от его воли. И диспозицию он диктовал с полной уверенностью, что решает тем самым успешность битвы. У него были все основания думать так. До этого момента он не знал поражений. Но, как оказалось, его воля не определяла ничего. Диспозиция эта весьма неясна и спутанно написанная, ежели позволить себе без религиозного ужаса гениальности Наполеона относиться к распоряжениям его, заключала в себе 4 пункта, 4 распоряжения. И ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено. Но диспозиция и распоряжения эти кажутся только хуже прежних, потому что Бородинское сражение – это первое, которое не выиграл Наполеон. Все самые прекрасные и глубокомысленные диспозиции и распоряжения кажутся очень дурными. И каждый ученый и военный с значимым видом критикует их, когда сражение по ним не выиграно. И самые плохие диспозиции и распоряжения кажутся очень хорошими. И серьезные люди в целых томах доказывают достоинство плохих распоряжений, когда по ним выиграно сражение. Одна из ярких сцен в «Войне и мире» – это описание Шонгрибенского сражения. Успех русских войск определили не столько приказания командующего арьергардом Баградиона, а столько случай и настрой солдат батареи капитана Тушина. Надо сказать, что буквально во всех описаниях баталии Толстой подчеркивает никчемность приказаний, которые отдает командование. Даже Наполеон, в конце концов, лишь делает вид, что управляет битвой. Наполеон со своим большим тактом и опытом войны спокойно и достойно исполняет свою роль кажущегося начальствования. Так получилось, что исход Шонгрибенского сражения во многом определила случайность. Про батарею капитана Тушина забыли все. Артиллеристы были представлены сами себе.
По собственной инициативе они решили зажечь деревню, сумев тем самым отвлечь значительную часть французского войска. Затем до них долго не могли донести приказ об отступлении, и батарея Тушина продолжала вести огонь по врагу, благодаря чему рассеянные русские части смогли избежать разгрома. Можно ли было такое предусмотреть планом, диспозицией? Конечно, нет. План может лишь задать вектор в начале движения. Войск, кампании, проекта, да и то не всегда. Но в дальнейшем ситуация начинает развиваться сама по себе. И даже оперативное ручное управление зачастую теряет смысл, потому что боги смеются, узнавая о наших планах. Вообще это такая комсомольская болезнь, микроменеджмент, когда начальник считает, что он такой умный, поскольку он постоял за спиной каждого из людей, которые осуществляют какие-либо процессы в компании. И думает, что он во всем разобрался, так как он гений. И указывает всем, что делать. Вот это самый мрачный мрак, который только может быть. Наполеону, который считает, что решить может любую задачу и даже не допускает возможности поражений, Толстой противопоставляет Кутузова. В отличие от французского императора, Кутузова известна горечь поражений. Именно поэтому Кутузов прекрасно понимает течение жизни. В отличие от Наполеона, он считает, что решить можно далеко не все задачи. Его путь – наблюдение и использование момента. Кутузов принимает мир таким, какой он есть. Он не боится быть слабым и проигрывать. Кутузов настолько силен, что способен отказаться от личных амбиций и согласиться с неизбежным ходом событий. Он все выслушивает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает, ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли. Это неизбежный ход истории. И он умеет видеть их, умеет понимать их значение, и ввиду этого значения умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. Главнокомандующий всегда находится в середине движущихся ряда событий, и так, что никогда ни в какую минуту он не бывает в состоянии обдумать все значения совершающегося события. Взять крепость нетрудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. А в сомнении нужно воздерживаться. Терпение и время все расставят по своим местам. С этим не нужно смириться. Это нужно принять. Нравственное превосходство – еще один фактор, которому Толстой уделяет большое внимание. Если говорить современным бизнес-языком, то речь идет о мотивации и вовлеченности. Руководитель, лидер определяет настрой своей команды. Именно он задает тон, под который подстраиваются все остальные. Основная масса сотрудников может быть пассивной, инертной и равнодушной, но в пиковые моменты люди хотят знать, зачем и почему они должны делать то, что должны. В первую очередь люди должны знать, за что они бьются. Обычно эти смыслы обозначаются полководцем в общении в войсках перед началом сражения. Пафос и использование трюизмов – один из любимых приемов манипуляторов. Противостоять им можно лишь понимая суть происходящего, пренебрегая устоявшимися общественными истинами, снижая накал пафоса, как это сделал Кутузов во время совета в Филях. Генерал Бениксен находился в оппозиции к Кутузову, пытаясь игнорировать и интриговать против него, даже в самые сложные и опасные для армии и страны моменты. В Филях немецкий барон Бениксен открыл совет советов вопросом, оставить ли без боя священную древнюю столицу России или защищать ее. Кутузов сердитым голосом, повторяя слова Бениксена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов, сказал: «Вопрос следующий. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерю армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение».
Под видео вы найдете ссылку на книгу, на электронную книгу и на ссылку в книжный магазин. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. В следующем видео расскажу про левшу и других героев. До новых встреч!